Умысел не удался. В лесополосе, недалеко от деревни Лукьяновка, сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра обнаружено и изъято 2 пакета с таблетками розового и синего цветов. После проведенной экспертизы установлено, что в пакетах находились наркотические средства, входящие в группу МДМА – экстази. За что вы задержаны? Насколько я понимаю, по подозрению в хранении и сбытии наркотиков. Ну а вы когда такое большое количество таблеток увидели, какая мысль вам пришла в голову-то? Прийти домой и съесть штук 5 сразу. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 228 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, 25 лет лишения свободы.